говорить в народ, какая забавная штука. Типа пакетик отсюда достаешь, какашку выкидываешь. Прикольно. Какие маленькие домики. Забавные. Да что-то птицы, наверное, орнитологи. Ну да, вот я же тебе и говорю, что про птиц. Можно зайти в... 300 рублей нет. Да нет, ну не сейчас вообще. Птичками. Ну за 200 рублей не посмотрели аптекарский. Да. В аптекарский огород мы сходили, потому что он 200 рублей билет. Я на этих птиц, наверное, на всю жизнь не смотрел. Движение электропоезда, смотри. Угу. Тут это самое. Ну это эти, наверное. Вот эти паровозики какие дурацкие. Ну да, типа как экскурсионные. О, смотри, Великой Победы. Часть парка восстановлена участниками русского общественного движения «Возрождение Золотой век». Молодцы. Да. Ну, восстановили парк. Вот. Сейчас идем к фонтану. Я надеюсь. А тут еще какой-то загороженный, там красивые цветочки. Загороженный парк. Видишь, никого. А нет, там кто-то бродит там какие-то. Ну да, там люди ходят. Но как они туда зашли. А через забор махнули. Да. Смотри, какая чаша греческая лежит. Греческая чаша? Ну вон. И тут еще с металлером стоят такие заборчики, как эти демонстрации, когда разгоняются. Ну там, наверное, нельзя просто, видишь, тут огорожено. Поломались деревья, не заходить. Да, так красивенько все сделали. Как в этом. Ну, в разных тоже парках. Облагородили там. Вот на ВВЦ тоже облагородили так. Все как это сказать, для иностранцев. Маленьких за Францию. Не пасть мне видео. А то придется вырезать это. Нарисовали, он, да. Ну, красивенький. Ну, стоп, стена красивая была, это очень просто стена. Да. Не знаю, да, вот интересная штука. И баньку делают этим елем или что это такое. Или поливается, и такая пыльца распыляется, или это пар. Это не ели, это что это такое? Ну, лиственницы. Лиственницы. Ну, может быть, для них, чтобы поддерживать влажную среду, вот распыляют влагу какую-то. Это пар. Ну, не знаю, пар тогда, пар для чего? А для чего тогда пар? Я тебе говорю, это немцы пустили газ. Интересно. Ну, пойдем дальше посмотрим. Хочешь на розы посмотреть? Покупай билет. Везде деньги дерут. А я на фонтан хотел посмотреть. Надо же экскурсию его. Да. Пошли, а то у тебя в своем блоге обвинят, что ты нищебродка. Че? Не надо заплатить 50 рублей, чтобы по своим подписчикам показать Розарий. Да потому что я не брала с собой деньги, я думала, пойду в парк и просто тупо погуляю. О, короче, то есть донатеры, пусть тебе донатят, короче, этот твой счет.
опубликую, там, и пусть я скидываю деньги. Обязательно, по рублю. Скажи, будут деньги, будет вам и розарий, и аптекарский огород. Вот, слушайте Коляшку. Присылайте мне по рублю, я буду копить на розарий. И на пиво. И на аптекарский огород. Так куда мы? Нам туда... Вон туда, там же этот была стрелка, показывала, да? Что там центр. Ну, пойдем в центр. То есть это где-то там впереди. Уютненько. Спокойно, и народу не так много, как на ВДНХ, где там толпишься, как на пляже в час пик. А это, наверное, летний театр. Это, наверное, летний театр, то, что называлось там, вывеска была. Ой, мяском запахло. Ну, на шашлыки у нас тоже нет денег. У нас прогулки по паркам чисто на энтузиазме. Вот он, центр. А что такое мочи? Фудмаркет мочи. Ванильный крутиш. Зеленая кошка. Нью-Йоркский бургер. Они что, это типа название своим палаткам? Да, но это Food Fest. Он сейчас закрыт, а так, наверное, по выходным у них здесь фестиваль еды. О, а у меня есть рубрика, называется «То да сё». Ну, не совсем «То да сё», а «То ма сё». Но смысл тот же. Вот он, фонтанчик. Что-то вот раньше я не помню, чтобы на Сокольниках был фонтан. Наверное, что-то новое сделали. Время жить в России. Какая-то интересная штуковина. Типа ты из России. Ты? Ну что, где крутиться должна быть? Ну, фиг знает. Ну с этой явно, наверное, крутиться должна. Наверное, батарейки сели. Здесь можно писать все, что угодно. Угу. Странно, что здесь не нарисованы части тела, мужские и женские. Ну, это же парк. Тут же следят, нам стирают время от времени. Так, люди постоянно рисуют всякую гадость. Ну вот, на фонтан я посмотрела, куда дальше пойдем. Да не знаю, я здесь был 100 лет назад, а то с краешка. С краешку. А там, походу, просто главный вход и все. Вон там проезжая часть. Пойдем тогда туда. Налево. Главный вход? По идее, да. Мы должны в центре парка быть. Какой-то главный вход. Не знаю. Ну, вон, смотри, там проезжая часть уже. Или это центр парка, он так... Давай посмотрим карту. Давай. Посмотрим, должна быть карта.